ДТП с коровами – частое явление в Бурятии. Только с начала года было зарегистрировано 130 аварий с рогатами. Так, накануне вечером в Селенгинском районе произошло сразу два ДТП с этими животными. В столкновении пострадали пассажиры. Их доставили в больницу. Погода в Бурятии бушует. В Заиграевском районе дом культуры остался почти без крыши. Сильными порывами ветра сорвало 50% кровли всего здания. Также вчера днем улетела часть крыши городского перинатального центра. В связи с последними событиями в Кяхте огромные очереди на границе с Монголией. По словам очевидцев, сейчас со стороны республики в очереди стоят около 100 машин.